Приветствую всех гостей и подписчиков на этом канале. В сегодняшнем видео песня группы Юпитер «Цветок». Меня давно уже просили сделать разбор на эту песню, и вот что называется, руки дошли. И буквально скажу несколько слов о том, как я записывал. Собственно, взял сам трек, с помощью программ удалил оттуда гитары, то есть остался только голос, барабан и бас. И получился вот такой вот минус, на который я уже сверху записывал гитары. Сам минус прикреплю в конце видео. Вот, для записи гитары я использовал Yamaha SG200, как вы видите. Переключатель в среднем положении. Дальше звук шел в комбик, оттуда микрофоном снимал звук в звуковую карту. То есть никаких процессоров, никакой компьютерной эмуляции кабинетов, только настоящий ламповый звук, как вы любите. Для записи соло использовал такой легкий овер, low gain, педаль, видите, у меня называется, это Electro Harmonix Cryon, ручка гейна здесь буквально процентов на 30-40, дальше звук попадал в комбик Marshall JVM1, оттуда микрофоном звук снимался, попадал в звуковую карту и далее обрабатывался Studio One, где я уже накладывал эффекты, но из эффектов я просто повесил дилей и реверб. Вот, и да, скажу еще два слова о самой песне. Песня вошла в альбом группы Юпитер «Цветы и терни». На мой взгляд, один из самых интересных в творчестве группы. Там много именно гитарной музыки, меньшее количество каких-то спецэффектов, именно живые гитары. И много партий Юрия, да, звучат очень так мелодично, интересно, их приятно сейчас снимать, слушать. Из альбома я уже выкладывал у себя на канале два видео, это песня «Прятки» и песня «Дети минут». Вот, поэтому всем, кому интересно творчество Юрия, можете, да, достать этот альбом «Цветы и терни» и послушать его. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем приятного просмотра. Пока. Бросая навеки родительский кров, все те, кто ушел, пропадали без следа. В угрюмых болотах дремучих лесов шли как на войну, бросая навеки жену и детей. Все те, кто ушел в непроглядную тьму, тонули в краю миражей и теней. Листья цветка словно бритва острых, как пламя пылают его лепестки, как шпоры стальные на стебле шипы, а корни крепки, как из шелка силки. Сжигая надежду и веру дотла,
За этим цветком уходили навсегда, бросая навеки родительский кров. Все те, кто ушел, пропадали без следа. В угрюмых болотах дремучих лесов. За этим цветком шли как на войну, бросая навеки жену и детей. Все те, кто ушел в непроглядную тьму, тонули в краю миражей и теней. Листья цветка, словно бритва остры, как пламя пылают его лепестки, как шпоры стальные на стебле шипы. А корни крепки, как из шелка силки. За этим цветком уходили тайком, сжигая надежду и веру дотла. Блуждали во мраке под зноем и дождем, безудержно и слепо, как шальная стрела. Листья цветка, словно бритва остры, кострами пылают его лепестки, как шпоры стальные на стебле шипы. А корни крепки, как из шелка силки.